Всем привет, дорогие друзья, мы продолжаем играть в Isaac. Заранее извиняюсь за любой возможный шум за моей спиной, потому что у меня идет ремонт и... Ну, в общем, либо я буду стримить так, либо вообще никак. Я выбрал лучше так. Окей, поехали проходить дальше. Так, у нас тут с вами осталось несколько ачивок за Blue Baby, одна ачивка за Лазаруса, одна за Эдена. И практически все за Лоста и Кипера. И две за Лилит. Я думаю, что начнем, пожалуй, наверное, с вопроса, так как за него больше всего осталось. И да, я буду сейчас... Я буду рестартить, потому что мне нужен хороший старт в этом. Так, сейчас я найду. Да, возможно, за спиной будет даже не просто шум, а целый грохот. Так что, сорян. Так, но это неплохо. Скажем так, это неплохо. Так, что у нас тут? Приветствую, Флиппи. Оу. Не надо так делать. Нет, это отстой. Эта муха полная отстойна. Дамажит, по-моему, 5 единиц урона за тик. Что просто ужасно. Например, Distant Admiration дамажит целых 15 единиц урона за тик. Так что почувствуйте разницу, что называется. Так, да, я думаю, что грохот прекратится в скором времени, но увы. От ремонта не уйдешь. На какую кнопку рестарт? На R, английскую. Вау. Не знаю, мне вообще яд не очень нравится брать, но это неплохой стартовый айтем. Посмотрим сейчас, как он себя на боссе покажет. Да, мне... Хотя нет, если я до босс раша собрался идти, то, наверное, надо что-то посерьезнее. Хотя я, наверное, буду богоюзить. В смысле это, я буду открывать в себе опытного игрока. Не богоюзер, а опытный игрок. Так, что у нас тут? Нет. Нет. Что угодно практически на дамаг меня устроит, наверное, такой хороший дамаг, я имею в виду. Какой-нибудь пакт. Или что-то такое. Да, я под шум ремонта стримлю, у меня нет выбора особо. Да, так, Midas Touch, по-моему, не брал. Но Midas Touch меня не интересует. Вот, а там человек просто шлифует стены после шпаклевки, так что... Я думаю, что это скоро кончится. Но я плюс еще ко всему болею, так что я решил не тянуть сегодня с этим. Я простыл окончательно. Так, нет. Нет. Так, что у нас тут? Митра. Вообще неплохо, но тоже нет, наверное. Мне нужен дэмэдж. Эй, ну игра, ну камон, ну дай что-нибудь. Мне надо быстро дойти до босс-раша. Если это будет что-то даже супер мощное, я даже побью босс-раш самостоятельно. Да блин, но шла 10-я минута рестартов, как говорится. Serpent Kiss, о, это даже, это хорошо. С этим можно жить. Это не то чтобы мощный айтем, но это айтем, который даст мне кучу черных сердец. Ну, а для вопроса это практически жизнь. Это даже круче, чем релик, например. Намного круче. Так, я буду следить за временем. Если нет, то сделаем еще один забег до босс раша. Если будет слабая комбо на хаша, то пойдем просто до... Ага, а мне... А, ну, мега стенда попробуем прокнуть, наверное. Наверное, да. Блин, что с фекалиями, а? Что с этими чертовыми фекалиями? Так, кто у нас тут? Кто у нас тут? Кто у нас тут? Ау. Окей, я понял. Не пытаться делать это, когда у тебя мало здоровья.
В принципе, мне будут давать здоровье даже просто за то, что я мобов убиваю. Так что не особо важно их бить собой, так сказать. Кстати, то, что я хотел бы попробовать с Хашем, это карта Хаоса, и я хотел бы попробовать еще карт Against Humanity. Потому что, ну, карта Хаоса его точно кокнет, а вот карт Against Humanity, по идее, тоже его кокнет, но более интересным способом. Да, за голос, за свой, за насморк, за гундос, за все вот это вот простудное тоже. Сорян, ребята, я не могу сидеть без дела, я не могу просто отсыпаться. Особенно, когда в моем организме присутствует некоторое количество редбула. Я не хочу спать. А, Мамандервер и Рейнджап. Привет, Бенс. Ты 13-й. Ты Бенс. Я ничего не знаю. Ты Бенс. Бенс. Так, ау. Да ладно. О, видите, о чем я? И просто видите, о чем я? Это не артефакт, это просто готовый чит. Чит, богоюз и вообще лоло. Да, Хаос точно кокнет ультрагрида, а он, как и Хаш, вроде под комбо регули... Эй, я куда-то не туда нажал. Так, да, я не знаю пока что, как я за Лоста буду проходить, например, ультрагрида. У Ультрагрида тоже, в принципе, вообще Хаша имел в виду. Пропало. Потому что, ну, карта этого самого разве что, и все, карта Хаоса. Другие варианты я даже не рассматриваю. Долбить, ну, либо это листочек. Ну да, слом игры, наверное, за Лоста. Других-то вариантов особо нет. Листочек, плюс орбиталы, плюс бамбу, плюс налоги, плюс доставка, плюс на пиво. И я в шоколаде. Не то, что Blue Baby сейчас. Покупал ли я что-нибудь в Steam на распродаже? Да, конечно, у меня ведь 300 игр в Steam, и мне мало их. Нет, я могу не играть в свои 300 игр в Steam, спасибо. Я много на что смотрю на распродаже, но я понимаю, что я играть в это не буду, так что нет. Ничего не покупаю на распродаже. Нафига? То, что есть, я могу скачать, если захочу. Хотя как-то привычка покупать уже есть, на самом деле. Я не знаю почему. Но появилась откуда-то. Хотя, с другой стороны, иногда вот мне лично... Ауч. Иногда мне просто... Paralysis. Иногда мне проще скачать, чем... вообще, как купить и скачать. Чем... просто... чем просто скачать. Потому что, когда я покупаю, я его качаю через Steam. Без проблем каких-то. Без каких-то... лагов, глюков, багов и так далее. Не какие-то там стрёмные версии. Вот такие вот пироги. Да, так, что у нас тут? Incubus. И я думаю, что я могу позволить себе пропустить такую сделку. Давайте зайдем, наверное, у меня все равно золотой ключ. Зайдем вот сюда, посмотрим, что здесь. Это коробонька. Я, наверное, возьму ее. Или не брать. Или брать, или не брать. Так, сейчас я посмотрю, что у меня находится. Текст. Так, да, Isaac Кубик Пандора. Да я по своим текстовым файлам опять лажу. 800 часов наиграл, запомнить не могу. Позор мне. Так, один босс рум айтем. Два босс рум айтема, если дотащу ее до вомба первого. Давайте, наверное, да, попробуем. Если нет, то, по крайней мере, она мне даст один босс рум айтем на следующем уровне. Так что, почему бы и нет. Или в катакомбах один босс рум айтем и два сердца души. ДС покупать обычного или шкалера? Если хочешь задницу порвать, то шкалера. Если хочешь просто поиграть, то обычного. Разницы там особо нет, кроме того, что шкаляр, он по сравнению с обычным, там мобы стоят иначе. И он, соответственно, за счет этого усложнен довольно-таки.
Lemon Party. Bad gas. Прям очень, очень плохой газ. Я думаю, это гейский газ. Так. Так, ух. Вообще 5 минут, а я только на катакомбах один. Надо бы немножко припустить. Надо бы немножко подтопить вперед. Второй ДС. Да, уж ему второй ДС нужен. Не, вообще второй удобнее в плане освоения. А он немножко более дружелюбный. Хм, дружелюбный Dark Souls. Интересно. Ну, то есть там управление лучше, оптимизация получше. Ну и просто порог вхождения болевой ниже. Хотя шкаляра-то, по-моему, второй нет. Я уж забыл. Если честно. Но если между первым и вторым выбирать, то первый, конечно же. Фу, второй, господи, че я несу? Я когда простывший, это писец. Когда я не выспавшись, это писец. Когда я простывший и не выспавшийся, это вообще полная атака. Так, короче, вы меня задрали все. Умрите, просто умрите, мобы. Just die. Так, о, черт. Только не этот. Какой больной ублюдок поместил его в эту комнату? Ага, ладно. Разработчики молодцы. Потому что босса с бомбами нужно помещать в комнаты такие вот маленькие. Разработчики молодцы. Хэштег разработчики молодцы. Продвигаем массы его отныне. Так, давай, пожалуйста, спасибо. Да, кстати, на Хаша бы тоже неплохо бы успеть, потому что... Потому что у меня неплохой такой шанс хилиться черными сердцами от его мух. Еще раз, сорян для тех, кто не только пришел, что на фоне какой-то шум. Ой, вообще не хотел толкать. Так, Endless Nameless, что это такое? Я не знаю, я пошел смотреть новый тринкет для себя. PlatinumGod.uk. Я постараюсь говорить больше, чтобы как-то шум заглушить. Спрашивайте ваши вопросы, я буду отвечать на них по время возможности. Так, why hell there is a small chance when using a tarot card or pill that copy of it will be dropped on the floor next to you? Угу. Короче, шанс, что он мне вернет мою карту, слэш пилюлю, слэш то, что я использую. Окей, я понял. Amnesia. Amnesia. Да мне как бы уже насрать, игра. Если ты вдруг не поняла. Хоп. Так, мне нужно две бомбы с собой держать, чтобы иметь возможность, ежели что, ангела убить. Так, ну мне нужно как бы сейчас вот это. Потому что... Кстати, какого-то хрена он проклятие Амнейжи убирает. Я вот только что на это внимание обратил. Ужасный шум со спиной. Еще раз, миллион раз, сорян. Да, номер два, кстати, клевый артефакт. Если кому-то он не нравится, подумайте еще раз. Клевый артефакт. Спамнит бомбы, когда вы стреляете, и, в общем-то, делает это, пусть и рандомно, но достаточно прикольно. Так, это у нас первый ангел. Плюс он спамнит их на халяву, не из вашего пула. А, кстати, мне даже бомбы с собой не надо держать, раз у меня номер два есть. Это бомбы-говёшки, которые мало того, что дамажат сами по себе, так они еще и... Ой, что это? Игра вылетела в меню. Нет, нет, стой, стой, игра. А, ангел заспавнился, какая неожиданность. Вот так не задача. Ау. Ну ладно, я понял, не надо мне бить. Окей.
Оп-оп-оп. Да блин, ты будешь сегодня помирать или нет? Пожалуйста, не спавни ангелочков, а? Блин, на предыдущем мне как-то больше везло. В плане... ну ладно. В плане бомбочек. Смотрите-ка, второй кусочек ключа. Кстати, на Ономе вчера босс раш рестартил. До такой степени вот рестартил, что у него босс раш потом просто автоматически скипался, короче. Я не знаю, что у него с Айзеком было. Но что-то очень занятное. Так, мне бы мэппинга на деле достать. Хелза. Ага, вот оно, видимо, прокнул тринкет, это хорошо. Оп. Ой, это было внезапно, но... Иногда это опасно, но чаще нет. Так, за 10 минут я должен пройти 3 уровня. Так, Ларри, плиз. Ларри, плиз. Но его, кстати, здесь точно нет. Если он не полный маньяк. Человек стримил 40 часов, пока в него комп не сдох. Так, кстати говоря, где я могу... А, вомп один, да, точно. Погнали дальше, ребята. Но это самый бесполезный для меня товарищ. Просто most useless character ever. Ну что? М-м-м. И это хорошо. Да, в ДС ПВЕшникам делать нечего, что ли? Ну, ты можешь спидранить Dark Souls, например, если у тебя шаров хватит. А так, да, нечего. Ну, там ПВП клёвое, чё. Да. Bad gas, нет. Так, 2 уровня, 9 минут. Новые смайлы. Я ничего не добавлял, за остальных не знаю. Лечу бы другие проблемки решать, а не смайлики добавлять. Так, у меня косы, отравляющие косы, между прочим. Так что хашт must have. Если я найду карту Emperor, например, то... Будет просто... Не просто хорошо, а охренительно. Товарищи. Оп. На, я не туда шел. Как мой груд? Мой груд отлично, он охраняет мои мониторы. Он прямо сейчас смотрит на меня. Нет, это не эвфемизм, если что. У меня есть маленький пластиковый груд. Ау! Черт, эта бомба меня достала. Эта бомба достала меня. Блин. Не хотелось бы штурмовать еще раз босс раш. Но если я не успею на босс раш, я не успею и на хаша. Если я не успею на босс раша на хаша, то этот забег будет, ну, просто до мегастена, что уже далеко не так весело. Я хотел бы закрыть все и сразу.
Так, часики, пидибэнк, бомба и ключ. Я, пожалуй, ничего брать не буду пока что, потому что у меня впереди опять же хаш. А хаш — это магазин плюс сокровищница. Ключевое слово — сокровищница. Ну, ёперный театр. Так, ну если я не буду блуждать по уровню, то я, в принципе, найду что-нибудь там. Если буду блуждать, ну, очевидно, все кончится немножко хуже. Коробка у Хаша ничего не даст. Так, Little Gish. Empty Vessel, да. Определенно Empty Vessel я беру, потому что А — это полет, когда у меня нет красных контейнеров, то есть это вечный полет. Б — это неуязвимость, ребята. А неуязвимость на хаше, включающаяся периодически, это то, что я очевидно хочу. Так, что тут? Что тут? Нет. Хочется, но нет. Мало времени на зачистку. Хотя 5 минут, в принципе, достаточно, но я все-таки потерплю. И... Так, магазин бы тогда найти по пути. Неплохо было бы. Блин, главное — слушать, не вляпаться в какой-нибудь Г. Особенно в бомбу. Так, ну я знаю, что я не потрачу ни одного единственного сердца на босс раша, так что я не парюсь, туда иду абсолютно. Единственное, что я не хочу... Просто не хочу по пути ушататься. А вот и неуязвимость. 5 минут назад было full HP. Ну, ребят, косы и Empty Vessel — это то, что вы мечтаете взять. Крикет Хэт, отлично. Damage up. Вау. Тихо, спокойно. Я не хочу ушататься об мобов. Так, 4 минуты, хорошо, идем. Да, убей это черное сердце. Убей его полностью, убей его еще раз. Так, Mom's Purse. Хочу. Карту. Хочу. Это беру. Это беру. Дальше пошли. Также я знаю, что босс раш займет у меня примерно 1 секунду по времени. Так что это еще одна причина, по которой я не парюсь. Ну или у меня не получится сделать то, что я хочу сделать, и он займет минут 5. Так, мне нужно идти по барабану через что, значит, полароид. Так, мы берем с вами пентаграммку. Потому что это damage up, потому что это сделка с дьяволом. Так, что у нас, Book of Revelations? Нет. Это нет, это нет. А вот это да. Ой, игра вылетела. Какая неприятность. Сейчас перезапустим. Босс раш пропустился. Ой. Как это так?
Какая неприятность. Ушел от удара. Так, я надеюсь, что я иду в правильном направлении. Кстати говоря, у меня всего лишь 3 ключа, так что будет печалька. Некоторая. Беркено. Джокер, окей. Ау. Да ладно, игра. Да ладно. Богоюзер. Не богоюзер, а опытный игрок. Я же говорил. Ау, да что такое, господи. Бомбы, да ладно вам. Одна из самых мерзотных комнат. Как думаете, хватит мне 13 минут практически, чтобы убиться нахрен, на то, чтобы покорить один единственный уровень? Конквестина, конквестина. Запомните, конквеста я бил. Да все равно вам не поверю, но запомните это. HP-ап и... Ну ладно. Так, немножко спидапа. Чем мне еще надо? К стену, может быть. Не крути меня. Ай, да что ж такое-то? Камон. Ладно, мне хватит этого. Я не буду брать голову Крампуса. А, Европа Universals. Нет, не играл. Universalis. В любом случае не играл. Ни в 4, ни в 2, ни в 5, ни в какую. Так, немножко замедлимся, потому что я не хочу куни двинуть. Ни в каком из смыслов. Так, вот это мы возьмем, пожалуй. Блин, у меня стик не срабатывает до конца, похоже. Вот все-таки минус в Xbox 360 контроллерах. Это их стики. Чисто вот механически они сделаны. Они очень клевые, удобные. Хотя нет, клевые, удобные, я погорячился. Нет, они неудобные. Они клевые, но они неудобные абсолютно. Я только что понял, что я же играю с накладками на стик. Если кто не знает, такие на eBay продаются там. От 300 там, рублей, до 300 рублей. Но можно найти и за бакс. Абсолютно легко. Там силикон, там Xbox 360, контроллер, силикон, там что-то там. Thumbnails или как-нибудь так. Или как они называются правильно. Но в номе, у него на 40-м часу вырубился комп. Так что он стрим технически, он его... Как, он не зафейлил спидран, он сказал, что будет продолжать потом, когда комп восстановит с того же времени, на котором закончил. У него оставалось, по-моему, штук 6 челленджей, если я не ошибаюсь. В любом случае, я думаю, что у него где-нибудь это написано, так что... Не спрашивайте меня. Thumbnails. Может быть, и Thumbnails. Ну, главное, что не покупайте их за 200, за 300 рублей. Нафиг не нужны. На соньковский геймпад, на DualShock они тоже подойдут. Так что, если вам нужно, то пожалуйста. Да, у меня там сегодня чертов оркестр за спиной. Коробка Пандоры что делает? Открывается, да. Логично. Логичное предположение. О, вот видите, почему это читерский артефакт? Именно по этой причине. Эти губы тебя ласкают. Эти губы просто чертов чит. Ау. Во что я ударил? Ау. А ладно, тебе игра. О, лучшая сделка, которую я видел. Но, да хватит меня избивать. Окей. Не все коту масленица.
Егор, как насчет того, чтобы посмотреть, ну я не знаю, последнее видео Силанта на канале? Мне кажется, он там достаточно подробно объяснил, что с ним и куда он. Я серьезно сейчас, абсолютно. Посмотри видео на его, блин, канале. Это то, что у него есть на канале, и то, что неплохо бы посмотреть. Для того, чтобы понять, куда он пропал. Он там очень все подробно изложил. По-моему, даже слишком подробно. Ну, я думаю, что... Да, я возьму вот это. Я пожалею 25 тысяч раз, но я возьму вот это. Так, мы берем сердце, мы берем вот это. Всего лишь один локап. Ой, локап. Я думал, это локап. Это не локап. Это совершенно не локап. Так, ну и тем не менее. Ну что, ребята, Блюберри, Хаш, поехали. Так, главное не стоять на месте, ребят. Главное не щелкать лицом. Я думаю, что с The Blue Baby, да с полароидом я пройду, плюс еще Empty Vessel будет иногда включаться. Что если не облегчит задачу, то хотя бы немножко упростит. Делать чай. Ой, Рязанов, можешь кустик вырастить чая. Или даже свою плантацию. Я думаю, ты успеешь, пока я буду бить этого чертового босса. Во-во-во, посмотрите, посмотрите, посмотрите. О. Главное, чтобы он почаще спавнил мух. Что он и так делает достаточно часто. И сердечек будет, мама не горит. Так, ну почти где-то одну пятую, наверное, снес ему. Континуум атака, вот это да, это кошмар. Я все еще пытаюсь ее контрить. Я знаю, как это делается чисто технически, но я совершенно не могу исполнить... Я знаю технику, но я не знаю, как это делается. Вернее, у меня не получается это сделать. Ребят, если вы дали Blue Baby косы и Serpent Keys и кучу локапов, ау, так, куда поехал, урод? А ну-ка вернулся. Ауч. Иногда это просто невозможно. А иногда я слишком медленный для этого дерьма. О, чё, о, чё. Нет, 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 не делай эту атаку больше. А ладно. Ой, да ладно. Кажется, мы прошли. Ну, или почти прошли. Оу, oh, yeah. Fates Reward открыто. Ревер, может быть, я не знаю, честно. Так, у меня до... До сундука билет. Туда и пойдем. Это было слишком просто. У континуум атаки есть безопасная зона. Да, я знаю, но я все еще не могу это исполнить по-человечески.
Если бы мне еще из бомб падали эти самые черные сердца, я был бы вообще неубиваем в данный момент. Хотя куда уж больше. Руку перед сундуком выкинуть, да, надо. Надо бы не забыть сделать это. Нет, черные сердца валятся из-за Serpent Kiss. А, у меня же карта есть. А, вернее как, карта. Компас. Часть карты. У меня есть кое-что получше. Рисунок карты. Вот, косы просто помогают. Не знаю, что они помогают, на самом деле. Но, например, когда врагов много, отравленная слеза может пролететь не в одного моба попасть, а сразу во всех, например. Что неплохо. Интересно, а у мелких у них только визуалка, или они также наносят... ну, вот это вот... Как этот эффект называется? Ступор, не ступор, я черт знает, блин, оглушение или что это, конфуз. Конфьюжн, по-моему. Выкинуть прямо сейчас. Нет, я хочу кота собрать по возможности. Но, правда, у меня нет ни одного куска кота, но... Эй, почему бы не попытаться? Так, я хочу пирсинг-шот подобрать, я не знаю, брал ли я его, так что я просто для коллекции возьму. Ай, меня бьют. Такие бомбы, если самонаводящиеся, это просто клондайк. Хотя, кстати, Glitter Bombs, они эффект таки имеют. Так что, возможно, эти тоже. Или Glittering Bombs. Как они правильно называются, блин? Блестяшки, короче. Котохвост. Котохвост, котохвост. Единственный в мире малыш котохвост. Ой. О, нет. Этот моб меня ударил. О, нет. Почему так рано стрим? Потому что у меня ремонт, я болею. Я не уверен, что смогу провести полноценно его позже. У меня много-много ачивок. Вот поэтому стрим так рано. Не очень логично, но уж как есть. Я действительно не знаю, как бы, хватит ли меня чуть позже на проведение стрима нормального. Так что лучше уж сейчас, чем потом. Потому что если потом, то это возможно даже не завтра, а послезавтра. Потому что завтра ко мне приедут шкаф собирать. Собственно, шкаф привезут и шкаф соберут. Вот, начнут они с утра, я не знаю, когда закончат, так что много неизвестных в этом уравнении, блин. Слишком много неизвестных. Минус вот этих вот номер два, артефакт этих трусов. В том, что когда они ставят бомбу, вы как бы вынуждены уходить. С какого-то места. То есть, если вы стоите в сейф-споте, а под вами бомба, это плохая идея. Плохая идея стоять там. И вы должны выйти. Неважно, атака там, не атака, урон вы получите. Ну-с, погнали. Собрать кота, чтобы рвать боссов на лоскуты в два раза быстрее. Да ладно. Зеркальца, наверное, нет у меня. Ладно. Нехай с ним. Так, ну, естественно, я не уйду просто так. Естественно, мне нужно хотя бы батареечку найти, какую-нибудь дозарядить немножко. Ха-ха-ха.
Второй тринкет дает шанс, что у меня карта или пилюля, или, возможно, даже руна, я не знаю насчет руны точно. То, что она вернется, как бы продублируется и выбросится мне на пол. Так. А ладно. Собственная бомба меня ударила. Черт возьми. Ау. Это пьюрити, аура, стат, буст. Это оранжевая аура или красная? Не пойму никак. Похоже, что красная. Оранжевая, не помню, что дает. По-моему, шот спида. А вот красная дает плюс 4 дамага. То есть не 2, не 1, не 3, 4. Это дохрена. Для примера, пентаграмма дает 1 дамага. А это считается неплохой дамаджап. И это всего лишь деньги. А D20 я уже рольнул. Черт. D6, D20 набор ломателя игры. Не совсем, но да. Похоже на то. Так, ну и... Ладно, гильотина, ты пойдешь со мной? Честно, мне лениво. Я пришел сюда со боссом, и мне так лениво. Вот черт, у меня невидимое тело, невидимое тело. Это плохо. Похоже, это все-таки красная аура. Хотя я не уверен. Белиал дает, по-моему, плюс 2 дамага, если я не ошибаюсь. Лол. Он только успевает свою рожу спрятать. И вытащить обратно. Ау. Блин. Кажется, я продолбал свою ауру. Не беда. У меня и так дамага до кучи. Кого, блин, волнует этот дамаг, когда у меня его столько? Хотя, без кота комба не так, конечно, но все равно весело. Так, сид, пожалуйста, если кому-то вдруг интересно. На ютубчике это будет. С шумом, с треском, да, оно будет. Оу, oh yeah. Вторая форма, давай сюда. Для разве не икс задает? По-моему, нет. Хотя могу ошибаться, я вообще от балды сказал. То, что... Я сказал то, что я помню. Мегастен, ты зашел не в тот район. Оу, oh yeah. GG, ребята, GG.